Скажу, что монтаж крайне простой и максимально эффективный. Вот ровно за 4 минуты ты его сделал. Монтаж крайне простой и максимально эффективный. Сделал я его вот за 4 минуты. Так, ну что, друзья, многие из вас спрашивали, какой же монтаж мы делаем на Налима. Так сказать, по многочисленным просьбам я сразу же здесь на реке хочу вам показать, как это делается. Для этого нам потребуется, что нам потребуется? Нам потребуется обычный стальной поводок с карабином, вот с таким желательно. Вот такой карабин. Вот, потребуется груз 150 грамм, скользящий, с отверстием. У нас в магазине есть такие груза разные, весовки. От 40, от 30 грамм и до 200 грамм. Вот, к примеру, 200-граммовый груз такой же. Они универсальные, можно одевать, как и на петельку привязывать, также и скользящий монтаж делать. Значит, что у нас получается? Начнем. Берем поводок, снимаем карабин. Карабин снимается легко. Так, хоп, все. Поводок у нас стальной. Чтобы у нас не закусывало груз, мы используем вот такие вот шарики резиновые. Они у нас тоже в продаже есть. Одеваем шарик, потом одеваем груз. Одеваем груз вот так и сверху закрываем, сверху также шарик одеваем и одеваем карабинчик. Все, получилась вот такая вот оснастка. Скользящий груз на стальном поводке. Стальной поводок выдержит все, то есть любые зацепы, в принципе, он выдержит. Соответственно, основная леска у вас, там плетенка, тоже достаточно толстая, выдержит. Ну и, соответственно, если мы даже что-то крупное зацепим или зацепимся за корягу, оторвется у нас поводок. Но и поводок у нас не оторвется, потому что мы используем леску Мегастронг 0,35-0,4 сечения. И используются у нас, значит, крючки катана от первого до третьего номера. Ну, как правило, сейчас вот мы сегодня пользуемся третьим номером. Вот такой крючок. Вот он. Такой крючок. Мы его привязываем. Таким способом, просто обычно через петлю. Смочили. Затянули. Кончик мы отрезаем. Ну и я где-то использую 30-40 сантиметров, вот так где-то, тоже отрезали и сделали обычную петлю. Делаем обычную петельку, вот такую вот, так вот протягиваем и лишний кусочек отрезаем. Все, получился вот такой поводок. Вот такой поводочек получился, и мы его на карабинчик просто одеваем, без всяких вертлюгов, отводных вертлюгов, там всякой вот этой вот ерундистики. Получился вот такой монтаж. Груз у нас скользит, поводок у нас заряжен дендробеной. Вот, что еще можно сказать. Также этот монтаж универсален тем, что можно оснащать его с любыми скользящими кормушками. Ну, на Налима мы используем вот такие вот кормушки от Михалыча, они у нас тоже есть в магазине. Также поводок вставляется, насквозь проходит, ну и, соответственно, он точно так же, монтаж этот. Сейчас покажу, как это происходит. Он у нас уже есть собранный. Вот. Вот монтаж собранный. Такая же точно система. Поводок, кормушка. Туда-сюда бегает. Стоят шарики. Демпфирующие удары.
Монтаж крайне простой и максимально эффективный. Сделал я его вот за 4 минуты. Если даже есть какие-то коряги или дно не очень удобное, то если груз прошел, то поводок следом идет за грузом. Ну и вероятность зацепа минимальная. Поэтому, как правило, все наши монтажи сохраняются даже при серьезных зацепах. Вот. Все эти монтажи у нас есть в магазине, в сборе, и вы можете в любое время круглосуточно их приобрести по адресу Немировича Данченко, 161, корпус 2. Мы работаем для вас круглосуточно. Ну вот, собственно, и весь монтаж. Я думаю, у вас труда его не составит сделать даже на рыбалке. И, пользуясь нашим монтажом, вы всегда сможете поймать хорошего налима. Вот как вот этот. Да. Так что, ребята, заезжайте к нам в магазин, и будет вам счастье. Помаши ручкой. Пока. На, подгон от нашего магазина. Спасибо огромное. Я сейчас сделал, как раз для подписчиков собрал монтаж. И вот у тебя есть возможность его затестить. Наш подписчик, собственно, обладателем данного монтажа стал. Я думаю, ты сегодня поймаешь налимчика хорошего. Все. Спасибо. Давай.